ти зранку прокидаєшся? У вісні ти бачив море і гори? Ти відчуваєш запах свого рідного дому? Це запах кави, запах квітів. І коли ти розумієш, що воно для тебе зараз недосяжне. И сейчас мы уже через год, да, или там полтора, когда Путин выпустил фильм о том, как происходило возвращение Крыма, вот, мы сейчас уже видим, что это была спецоперация, да, и которой он награждал потом людей. То, что произошло за эти три недели тогда на Крымском полуострове, мне кажется, мировое сообщество не до конца понимает и последствия данной аннексии, и о том, насколько система международной безопасности тогда была уничтожена в течение там, буквально нескольких дней. Ми створились 27 лютого 2014 року, це перший день окупації. Я пам'ятаю, зранку я прокинувся, побачив новини про захоплення адміністративних будівель в Сімферополі невідомими людьми в камуфляжі. Ми зідзвонились з двома моїми дуже близькими подругами. Це Таміла Ташева, яка на той момент працювала в піарі, і Сівгіль Мусаєва Боровик, яка працювала журналістом. Мы решили просто, что если мы, как выходцы из Крыма, блогеры, журналисты, не знаем, что там происходит, которые имеют там множество друзей, то что говорить о всей остальной части материковой части Украины и там, других людей, международное сообщество. В течение 10 минут придумали название и создали группу в Фейсбуке, начали публиковать новости. Мы поняли, что есть большой спрос первые буквально несколько часов, потому что количество подписчиков достигло 20 тысяч. Мы побачили, что за нами слідкують и журналисты, и активисты, которые находятся в Крыму. И таким чином, если там где-то захоплювали что-то, то те активисты намагались туда ехать, да, и журналисты, и высветлювати это. Молниеносной реакции со стороны украинского государства не было. Я понимаю, что тогда были события Майдана, был уход из Украины Януковича, да, еще не было фактически власти, и действительно российская там, оккупационная эта машина она воспользовалась как раз ситуацией, да, которая тогда в тот момент произошла. Спецназ России находится на территории аэродрома Бельбек. Я серьезно говорю, по ногам будут стрелять. В Крыму была военная операция, настоящая. Там почему не сопротивлялись, как на Майдане, да? Но это привело к еще большему количеству жертв. Там были бы уже там тысячи жертв. 1 марта было принято решение Совета Федерации о введении войск Украины, и, в принципе, на тот момент все подумали, что там, это уже начало военных каких-то действий. До мене зателефонували мої друзі, хороші зі Львова в той же день і сказали: «Алі, ми готові приймати твоїх друзів, знайомих, рідних в наших хатах». Буквально через день ми таких дзвінків почали отримувати десятками від різних людей, яких ми вже не знали. Ми почали робити базу даних. Нас просто повалили тисячі писем. Да? Я пам'ятаю, що тоді, в початку марта, у нас за одну хвилину падало где-то мінімум 6-7 писем. У меня квартира двухкомнатная в Желтых Водах, мы живем вчетвером в этой двухкомнатной квартире, у нас кот, но мы готовы принять семью военнослужащих из Крыма. И, ну, честно, когда я читала эти письма, бывало, что пробивало и на слезы, потому что
люди готовы были, ну, там, протянуть руку помощи, даже когда они в чем-то там нуждались. Да? Это случилось в начале года. Ну, я понял, что сейчас будут останавливаться культурные процессы в Крыму, потому что сначала они нас запугали танками и автоматами, теперь они возьмутся за умы. Я решил не останавливаться, я решил продолжать заниматься своей деятельностью. Запланировал большой концерт в Крыму. Концерт должен был называться «За мир у соседей и у нас». Соседи мы подразумевали агрессор, что они все-таки соседи, здесь они не хозяева. Но мне не разрешили провести концерт. Я сказал, все равно проведу. А он сказал, нет, не проведешь, мы знаем, что ты отказываешься брать паспорт. То есть у тебя по-любому не получится. Арестуем тебя и арестуем аппаратуру, подставишь людей еще. И я позвонил во Львов своему знакомому Алиму Алиеву. Ну, буквально через несколько дней он мне перезвонил, сказал, приезжай во Львов. Я поговорил с людьми, с культурными деятелями, тебя ждут, тебе помогут. Мы спали, направду, 3-4 години, не більше. І це, напевно, нам допомогло не зійти з глузду. Ми себе просто так погрузили в роботу, яка стосувалася Криму. Нам тогда было очень сложно что-то оценивать. Мы были группой людей, которые постоянно что-то делали. Да? Нужна помощь военным, мы организовываем помощь для военных в Крыму. Там, нужна помощь для переселенцев, мы это организовываем. Нужно информировать население, международное сообщество о том, что там происходит, мы об этом говорим, да, и пишем. Там, нужно ходить на телевидение, эфиры, рассказывать, что происходит, мы это делаем. Вот. И для меня, на самом деле, весна 2014 года такая очень туманная. Да? Вот, это вот наши сотрудники, это Татьяна, наши социальные работники. Я попросила двух ребят из Крымского землячества купить просто два телефона. А, как бы они звонили через каждые 5 минут. Вот так вот выглядела горячая линия Крымсос. Я очень хорошо помню вот день, когда поднимают трубку, и человек говорит, алло, Крымсос? Да, Крымсос. Записывают-то. Потяг. Коваль, Сімферополь, 15-й вагон. Провідника зовуть Геннадійович. Я говорю, і що це? Що? 4 мішка картоплі. Прийміть на вокзалі завтра. І на наступний день там наші волонтери в Криму зустрічають ці 4 мішка картошки і везуть їх воєнним, воїнській часті. Да? Тобто, как бы, вот так це все працювало. Мене зовут Таня, я працюю в Крымсос. Мені передали ваш контакт. Что вам необходима помощь? Я только знаю о том, что у вас сгорел дом. Начиная с 3 марта мы начали заниматься переселенцами с Крыма. С апреля начали заниматься помощью переселенцам с Востока. В июле мы стали работать как исполнительные партнеры Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев. Сейчас можем говорить, что мы помогли там, огромному количеству, это тысячи людей. Это около 200 тысяч людей, которые получили различного вида помощь, либо юридические консультации, либо помощь с построением бизнеса, либо гуманитарную прямую помощь, различные социальные услуги и так далее. Они пришли у нас какие-то курсы, обучение. Когда началась оккупация Крыма, мы прекрасно понимали, что будущего никакого не будет, что это будет ситуация, как была в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии. То есть это России необходима была только военная база. У нас с женой университетский роман. Вот. Достаточно активно работали, не только в плане изучения языка. Мы создавали там театральные кружки, делали киноклубы, поездки детей в итоге стали организовывать во Францию. Последний наш проект — это был организация французского лингвистического лагеря в Крыму. Когда мы приехали в прошлом году, месяца два мы рассылали резюме, связанное с нашей работой, с французским языком. Но так получилось, что мы не нашли. Заходите на чебуреки антик. При вас все робится, стерятеньки.
Официально, да, мы внутренне перемещенные особы. А вот внутри мы себя не чувствуем, что мы находимся в своей стране. Крым является Украиной, остается Украиной. Я не считаю, что мы поменяли страну, просто поменяли регион. Близько 15 тисяч кримських татар були змушені виїхати з Криму, бо переслідували на політичному рівні абсолютно, на релігійному рівні, деколи навіть переслідували діячів культури. Таких великих порушень, які ми зафіксували за ці півтора роки, це 150 порушень, які були в Криму. Це починаючи від викрадення, закінчуючи вбивствами, закінчуючи тюрмами. Це просто чоловік, кримський татар, не согласний з окупацією Криму, вийшовший на одиночний пікет перед зданням правительства Криму. Тогда его неизвестные люди в масках схватили, отвезли в неизвестном направлении, и через несколько дней он был зверски просто убитым, да, то есть у него там был проколот глаз, и много различных было других телесных повреждений, да, которые свидетельствовали о издевательствах над человеком. Преследования по отношению ко всем несогласным с оккупацией Крыма. Ну, российская оккупационная, да, власть Крыму, она за полтора года оккупации фактически нарушила, наверное, все абсолютно базовые принципы прав человека. Вісімнадцяте травня – це річниця депортації. А в кожній кримськотатарській сім'ї є така історія. І от дуже сильна ця історична пам'ять. І зараз, коли останні два роки кримським татарам забороняють збиратись на цей жалобний траурний мітинг, це просто, це, знаєте, це, як на мене, злочин проти людства. Там ситуація навіть хуже, ніж при совєтській владі. Ісчезають люди. Бросают людей в тюрьмы. Наши требования немедленно прекратить репрессии. Нет, в смысле снять. Ну, восстановить демократические свободы, которые существовали в при украинском правлении на территории Крыма. Сначала, да, над нами будут смеяться, как Махатма Гандхи. Сначала вас не воспринимают серьезно, потом смеются, потом понимают. Потом к вам относятся серьезно, а потом вы побеждаете. Ну, так будет в истории с крымскими татарами, потому что вы видели Джамилеву? Он же вот такой маленький, сколько у него, рост 1,60 м с чем-то, да. Вот. Его советская власть тоже, наверное, как-то воспринимала, что кто? Вот это вот главный враг наш. Многоуважаемые господа, мне была присуждена премия солидарности размером в 1 миллион евро за правозащитную деятельность. Я обратился с просьбой 100 тысяч евро все-таки выделить родственникам Небесной Сотни. Мы этих людей будем помнить вечно. И эта премия только для того, чтобы напомнить общественности о том, что мы их помним. Вот все, что я хотел сказать. Мы в долгу перед этими людьми, ибо благодаря им мы сейчас живем в свободной демократической стране. Инициативы перетекают. То есть вот пришло к нему добро, он должен это добро как бы отдать. Для меня это большая честь, что человек, у которого целый народ бедствует, он считает нужным помочь людям, которые пострадали на Майдане. А здесь у нас проходит
такой митинг, где мы выбираем различные проекты. У нас тут грантовый комитет проходит, секретное заседание. И замолчали все. Хотя бы печеньки принесли. Крем-соус за эти полтора года вырос в организацию, в партнера ВКБОН, во-первых, который с момента аннексии Крыма и агрессии на Донбассе помог более 100 тысячам людей, которые были вынуждены оставить свои дома. Впрочем, как и мы сами основатели, да, потому что Алим и Тамила, они не были дома уже там, полтора года, я год. Справка переселенца есть? Естественно, но все дома. И моя, и папина. Но если вы член одной семьи, и вы вместе... Ну как, мы вынуждены, мы вместе приехали. Ну у меня мама... Мою квартиру разбомбили, его разбомбили. Сейчас нас очень хорошо знают как в Украине, так и за рубежом. У нас 3 офиса сейчас существуют, у нас больше, чем 50 сотрудников, больше, чем 200 волонтеров, которые там в той или иной степени сотрудничают с Крем-соус. Таким образом, вот из таких появился первый читатель. Что там, в конце нужна только точка или что-то еще дописать? У нас зараз створена така агенція, яка називається Крем-соус. Це аналітична агенція, яка дає новини про Крим, дає аналітику, також робить англомовні дайджести. С Крыма начиналось все это, и Крымом должно закончиться. Это главный ключ к решению конфликта, в котором сейчас существует в мировом сообществе. Не только это не украинский конфликт, это полностью уничтоженная система международной безопасности. Это вы сейчас думаете, что вы защищены. Вы ничем не защищены, потому что завтра к вам может прийти Россия со своими зелеными человечками, и вы ничего не сможете сделать. Даже с моментом крушения режима Путина вопрос Крыма он сразу не решится. Да? И даже если сейчас украинское правительство будет очень активно все принимать и так далее, то вопрос Крыма тоже не разрешится. Есть даже международные наши партнеры, еще сильнее начнут давить на Россию, тоже вопрос не решится. Только вот в совокупности этих факторов можно что-то изменить. Наш золотий час, наше вікно можливостей скоро для нас точно відкриється. А ми завжди як повертались на свою землю, так і цей раз повернемось. Я сподіваюся, набагато швидше, ніж було минулого разу.